Всем привет! Сегодня на разборе у нас уже полный коллаб, Cosmic Cyclone. Уровень уже получше всех прошлых ремейков. А перед разбором я вам покажу кое-кого. Если ты подстилка, и тебя используют всегда. А еще ты ебаный обдива, то ты можешь написать такое. Ну а теперь проверим, правда ли это очередная отрыжка Пети Тим. Первая часть мне понравилась. Хороший декор с цветами. Все, что тут странно, это нижние структуры самих блоков. Но если это куб-арт, то я разберу еще и второй. Тоже понравился. Кроме ублюдского граунда на переднем плане и странных веток на воздушном декоре. По ГП мне понравилось. Первый парт на 7 из 10, а второй на 5 из 10. Эта часть мне тоже понравилась. Довольно крутые структуры. Такой технодекор мощный, но бред в воздушном декоре. По ГП мне не понравилось. Есть быдло моменты в ГП. А так парт на 7 из 10. Стоп, вы что думали, что так и будет? Нет, куда коллабы об тим без упоминаний говна или говнища? На чем я, блядь, обосрался? И ты не бойся, у нас костюмки сидеть не буду, блядь! Как же жидко потекло по редактору. Тут все в сраче, блядь. Я даже не знаю, что сказать. Ебать, он сделал симпл блок. Я верный коршик. Ты посмотри, как там насрано. Я кушри. Иду. Парт понос как по ГП и по декору. На 2 из 10. Выглядит неплохо по цветам, а по композиции ужасно. Где-то пусто, где-то грязно. БГ прикольный. По ГП банальный лиф. Парт в общем на 3 из 10. Поехали. Хохлы! Не, мы це мы дивиться не будем. Опять сранено ебаное. Все в кашу, даже говорить нечего. По ГП тут неплохо. За все ставлю опять 3 из 10. А тут уже парт приятно удивил. Красивый дизайн, красивый БГ, а также приятный ГП. Прям затишье перед бурей. Парт на 8 из 10. Этот парт тоже приятный, но банальный. Граунд можно было бы украсить получше. БГ крутой. Композиция приятная. Парт вывозит на твердую семерку. Тут меня раздражает статичность и халтурность декора, также в сратой БГ. ГП мне не нравится. Парт на 4 из 10. Парт сразу приятен тем, что не засранно. Глоу тут максимально порошный. Если бы он был сделан получше, то был бы плюс. По ГП визуально плюс-минус нормально. Парт на 7 из 10. Ну и золото. Парт грамотный и красивый. По ГП также. Минусы парта это воздушный декор и отсутствие БГ. А так парт на 8 из 10. Мне кажется, вы сейчас увидите один из лучших вейвпортов. Я не вру, выглядит очень круто. Шикарные цвета. Но ГП выглядит не очень. Парт мне понравился на 8 из 10. Парт засраный. И мне хочется сказать одно. Мне по ГП не понравилось вообще, по цветам тоже. Последний парт не впечатлил. На 4 из 10. Cosmic Cyclone довольно неплохой ремейк, вроде крутых частей достаточно, чтобы коллаб не был кибермусором. За декор я ставлю 6 из 10.
За ГП ставлю 3 из 10, он мне вообще не понравился. Даже некоторые моменты не спасут. А так на этом все.